Почему нужно все уметь? Ну, не прям все. Но разбираться во всем, что тебя окружает, критически важно. Это канал SJ Body, меня зовут Спартак, мне почти 44, и я много в чем разбираюсь. Много в чем не разбираюсь, но это не важно. Я вырос в деревне, поэтому как оборвать стрелки у чеснока, не знаю, зарубить курицу, ощипать, приготовить, не знаю, прополоть огород или замесить бетон, я знаю. Корову подоить. Берешь теплой водичкой, вымя подмыл, и такой раз. Рыбалка. Все варианты узлов на всех удочках, резинка, поплавки, грузики, даже сети. Хоп. Хоп, чик-чик-чик. Короче, городские жители всех этих прелестей лишены, поэтому, ну не знаю, дать ему зарубить курицу, что он будет делать? Так не получится. Короче, каждый взрослый мужчина в этой жизни должен уметь все понемножку. По двум причинам. Первое, чтобы если что вдруг, ну, сделать самому. Второе, если есть деньги, заплатить столько, сколько нужно. Столько, сколько это действительно стоит. Я сейчас для подростков открываю клуб самостоятельности. Каждый мальчишка лет с 12 должен уметь очень много. Убраться у себя в комнате, сгонять за продуктами, купить их, приготовить. Это все надо уметь. Я уж молчу про тренировки. Это тоже надо. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок был более самостоятельным, SJ Body Club, нижнее подчеркивание, бот. Заходите.